Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджана Самаюктам Бриндаваном Манохарам Ваншакалпатаруваша кипасинду бевачу Патитанам павуне бхавайшнавебхьо намо нама Мукам кароти вачалам пангум ланхайте гирим Ят кипатам ахам банде парамананду мадвам Бриндавай тулсидеббхай пиявай кешвасвача Бхакти паде деви сатта баттвай намо нама Нараяна намаскритта наран чайва нараттама Девин сварасватин вясам тато жайо дира Саңкиртане Кришна като падеш Гаурия патрашо пракасанеша Шадану ракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамодакша Джагод Баруньо Дхайям Сада Парибабагнам Авишчадухам Титас Падам Сива Виринчинатам Сараньям Бхитатихам Панатапаля Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарнаравиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Бисхуриджита Гамапигабхудушва Дарши Пурнанурагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Кадакипам Каруш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану ламбита бхужау канака бадатхо Саңкетанай капитару камала хиятакшо Вишамбару дижавару жугадхарма пало Банде ягат приякару каруна бхутару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Бхуктин ча муктин ча дада синитам Бхаван рупе на сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманунга мада пухарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджасва Бадани Лакшмир Джасача Бхакшаши Джасясте Хиде Самбир Вам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе.
Асаре сансаре висая вишо саньяк кулодхия чанардхам кхимардхам пивато сукгата тулсудхам кимардхам вертхам бо брежато купате кутсите кате парикхита сакши ясаванагатам мукти йогти катани Асаре сансаре висая вишо саньяк кулодхия чанардхам кхимардхам пивато сукгата тулсудхам кимардхам вертхам бо брежато купате кутсите кате парикхита сакши ясаванагата мукти йогти катани Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Чакур Прабхупад told. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Чакур Прабхупад сказал, что утвердиться в Ачаруне, в идеализме Гуранги Махапрабху – это подлинное «я» Гаурия Проповедника, подлинного Гаурия Проповедника, Гаурия Гоштхипати. Джагадгуру Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад сказал, что полностью утвердится в этикете в Ачаруне, который показал Шри Чайтанья Махапрабху, это настоящий признак подлинного проповедника, подлинного Ачарьи. На самом деле есть очень глубокое значение этого совета, данного Шрилы Прабхупады. Мы следуем Бхагават-дхарме. Я сейчас произнес шлоку из Шримад Бхагават Махапураны, из ее прославления. И вот в ней говорится, что мы теряем наше драгоценное время. И мы не можем понять, что такое гуру-таттва, что такое ачарья-таттва. Гуру-таттва – это есть ачарья-таттва, но не все могут понять про активная проповедь гуру таттвы, ачарья таттвы очень нужно и необходимо, чтобы спасти весь мир. Это очень срочно, мы должны взять на себя это служение. Проповедь гуру таттвы, ачарья таттвы, она должна быть срочно совершена, иначе мы не сможем предотвратить мы не сможем спасти людей от обмана, они обманутся, поэтому очень срочно. И вот суть в том, Бхагават-таттва-вигьян, можно вспомнить в прошлую Харикатху, на день явления Баладева, Махараджи говорил о том, об очень важном, то, что когда Дауджи Махарадж отправился в Наймишаранью, там случился, там что случилось? Там Лоу Махарашан Сута сидел на Вьясасане, говорил Харикатху. И там Баладев Бхагаватам это описывается. Все саду, гуру, вайшнавы, они встали, приветствовали его, а этот Лоу Махарашан Сута не встал. И Баладев сказал: «Я явился в этом мире, чтобы особенность моей аватары в том, чтобы уничтожить всех дхарма-даджи, противников дхармы». Гаурия Гоштхипати, Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад обычно говорил то, что те, кто дхарма-даджи, те, кто несут над собой флаг дхармы, но сами внутри полностью испорчены, те, кто держат флаг дхармы, флаг проповеди, но внутри полностью испорчены, то Шрила Прабхупад говорит, такие дхарма-даджи, их проповедь, то, что они делают, это обусловленные души, они
постепенно больше и больше обуславливаются. Они и так уже естественно в обусловленном состоянии находятся, но это обусловленное состояние обуславливает больше жизни тех людей, которые видят и пытаются следовать этим дхармададжи, которые несут флаг дхармы, но сами ничего, ничему не следуют. И если обусловленные души будут следовать им, то их обусловленность только будет увеличиваться. И кто может спасти их в этом? Главная проблема. И вот я вынужден сказать то, что Бхагават-таттва Вигьяна. И вот обусловленная душа, если мы примем ее как гуру, это обусловленная душа Бхагават-таттва Вигьяна нам не даст, это невозможно. И вот как я могу обрести Бхагават-таттву, чтобы обрести Бхагават-таттву Вигьян, чтобы осознать Бхагават-таттву Вигьян, мы должны прийти к Бхагават-таттва-вид-саду. И вы должны вспомнить, что Шри Чайтанья Махапрабху уже сказал в Шри Чайтанья Чайтамрите, мы можем найти эти слова, то, что может випра или саньяси или шудра, любой кто знает Кришна Таттву, то можно его принять как гуру. Махапрабху сказал об этом, говоря с Рай Раманандой. Там в Видьянагаре это произошло, и Махапрабху говорит: тот, кто осознал Бхагават-таттву, тот и есть гуру. И до какого уровня варнашрам дхарма она эффективна? До какого уровня? И вот варнашрам дхарма до какого уровня эффективна? Мы должны осознать это, что мы должны знать, что без варнашрама дхармы вся социальная система нарушится, и мы не сможем достичь успеха, но это все для обусловленной души. А сама осознавшая себя душа Парамахамса, Шри Чайтанья Махапрабху уже сказал в Шикшаштаке. И вот в последней шлоке Шикшаштаке он сказал: это его, вот он произнес эту шлоку, и вот обусловленные души, как они могут обрести связь с садгуру, как осознать, кто садгуру, кто нет, это очень важно. Как обусловленная душа, она сама не может осознать, кто садгуру, кто обманщик, это, в этом есть проблема. И вот поэтому сейчас я сказал цитату слов Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад сказал, что те, кто несут флаг Бхагават-дхармы, но сами ничему не следуют и полностью испорчены, то если они говорят Харикатху, и те, кто слушает их лекции, они все попадают в ад. И мы должны понять Вайшнав-таттву, Бхагават-таттву, Ачарья-таттву, и после этого можно мы понять, кто подлинный, а кто нет, и мы поймем это автоматически. И вот Шриман Махапрабху уже сказал, чтобы утвердиться в ачароне, в идеальном характере, в идеализме Шримана Махапрабху, это есть признак ачари и подлинного проповедника. Тот, кто не оставляет абсолютную истину даже перед лицом смерти.
Но все же, если он не оставляет абсолютную истину, то он, несомненно, садгуру. Тот, кто принимает абсолютную истину и не идет ни на какие компромиссы, это и есть главный признак подлинного ачарья. Мы должны помнить это. И Бхагаваттатва-вигьяна, я говорил то, что Дауджи Махарадж, когда он достиг Наймишарани, там Дауджи Махарадж сказал перед этим Лоу Махаршан Сута, он не встал, и есть другие причины. И вот Баладев сказал: моя аватара явилась в этом мире, чтобы уничтожить этих дармададжи. Я Пашанда Далон аватара, и поэтому я пришел в этот мир. И вот когда Бхагаван совершает любую лилу, то в той лиле есть несколько целей. И вот Дауджи Махарадж также провозгласил, что я явился, чтобы убить этих дармададжи. Время от времени я прихожу, и мы должны подумать, кто такие дармададжи. Лоу Махаршан, я уже говорил про него. Это очень важно. Баладев говорит, что я пришел в этот мир, чтобы убить этих дармададжи, уничтожить их, чтобы очистить Бхагават Дарму, Бхагават Татва Вигьяна. Когда она оскверняется, то я прихожу, чтобы очистить ее. И вот в тот прошлый раз я говорил то, что мантра парампара и Бхагават парампара, если мы поймем их должным образом, и тогда мы получим непрерывный поток Бхагават Дармы, иначе мы будем видеть какие-то проблемы, но и не будем видеть такого непрерывного потока. И поэтому Шрила Прабхупад, и о чем я хочу сказать, то, что ачарьятва, идеализм, ачарьятва и Шрила Прабхупад — это наша тема, идеализм Шрилы Прабхупады. И вот первое то, что те, кто находится в обусловленном состоянии, они не могут действовать как ачарьи. Что может быть более опасно, чем такая ситуация, что обусловленная душа пытается действовать как ачарья? Что может быть более опасно, чем это? В Бхагавата Махапуране, в 7 части, мы находим, Прахлад Махарадж говорит такие слова. Когда мы избавляемся от всех материальных желаний, ни капли материальных желаний не остается у нас. Когда мы оставляем все желания, все материальные желания, наше сердце очищается, то в этом случае мы можем обрести божественную силу, которая нисходит из Божественного Источника, от Верховного Господа. Мы немедленно почувствуем ее в нашем сердце. И вот в обусловленном состоянии это невозможно ни для кого действовать как ачарья. И также я говорил о том, как это рискованно действовать как ачарья до тех пор, пока вы не находитесь полной связи с трансцендентным миром.
Вот пока вы не имеете такой связи с трансцендентным миром, то нельзя действовать как ачарья. И что значит непрерывная связь с Верховным, с Духовным? Это подобно, это на санскрите авеш называется, некое такое вдохновение. Садгуру Ачарья, он всегда находится в таком возвышенном состоянии севы. У него нет никакой искусственности. Он всегда погружен в Харисеву Бхагаватсеву, и поэтому Шрила Прабхупад сказал то, что уникальное настроение служения Ачарья – это признак подлинного Ачарья. И вот можно вспомнить, я сказал однажды то, что если мы поместим кусок железа в огонь, то это железо и мы увидим, что железо, когда разогреется, оно станет таким же цветом, как и огонь. И этот пример применим к тому, что когда саду гуру вайшнава находится в связи с трансцендентным миром, то это качество трансцендентного мира и его сила, она является в них, и поэтому они могут действовать как ачарьи. Как кусок железа, находящийся в огне, он приобретает качество огня, он тоже становится таким оранжевым, раскаленным. И таким образом садгуру, сад ачарья, они всегда находятся в связи с, имеют связь с трансцендентным миром, и поэтому они так могущественны. Они не думают о материальных вещах, материальных наслаждениях. Они не думают ни о чем этом. И вот из Махабхараты мы знаем, поскольку если кто-то в обусловленном состоянии действует как ачарья, то я уже сказал это как проклятие, поскольку такой человек одни проблемы на свою голову навлекает. Ачарья, значит, он должен принять на себя все грехи своих последователей. Если он не может сжечь все прежние грехи, карму, последствия греховных действий своих учеников, которые собираются принять дикшу у него, то такой человек не ачарья. А признак ачарьи в чем? Что такое дикша? Определение дикши. С бесчисленных времен обусловленные души, они что-то делают, какие-то грехи совершают и прочее. И как только они приходят к садгуру, по милости садгуру, когда он дает нам мантру и все остальное, вначале всего он сжигает все наши прежние греховные действия, последствия греховных действий. Вначале всего, если мы предались ему, естественно, если мы предались лотосным стопам садгуру, то и садгуру дает нам дикшу. Процедура в том, что вначале всего садгуру сжигает все ваши последствия всех ваших действий. Садгуру никогда не может дать вам дикшу. Он не думает, что он и нельзя получать подлинную дикшу и оставлять последствия своих греховных действий с собой. И садгуру не дает посвящения никому, оставив последствия их греховных действий в прошлом. Садгуру никогда не дает посвящения, оставляя последствия вашей кармы с вами. Такое невозможно. И вот те, кто обусловлены души, это проклятие для них действовать как ачарья. А те, кто имеют связь с Верховным Господом, они могут сжечь последствия всей кармы, поскольку они находятся в непрерывной связи с Верховным Господом. И поэтому
нет никакой проблемы в этом. В Махабарате я пример могу привести, чтобы вы поняли. И вот в Махабарате говорится, никакой царь в этом мире не может быть чистый и безгрешен. Поскольку и вот в Махабарате говорится то, что шестая часть грехов, которые совершаются любым человеком, который живет вот в стране этого царя, то царь, он на себя берет последствия шестой части всех грехов своих подданных. И вот царь, он шестую часть всех грехов своих подданных приберет на себя, и поэтому царю стать безгрешным, нельзя стать безгрешным для него. Но такой царь, как Притху Махарадж, Юдхиштхир Махарадж, такой, как Прохлад Махарадж, Амбариш Махарадж, они находятся в непрерывной связи с Верховным Господом, и поэтому нет никаких проблем, они не страдают ни от чего. И для них это не проблема, поскольку они находятся в непрерывной связи с Верховным Господом, и поэтому они имеют огромную бхакти, и благодаря этому бхакти все проблемы могут уничтожить и не оскверниться ими. И вот мы должны помнить, это для нас всех написано, Прохлад Махарадж говорит, когда мы избавляемся от всех материальных желаний в нашем сердце, от склонности к наслаждению, и вот когда все желания, даже запах желаний уходит из нашего сердца, то мы получаем божественную помощь, божественного мира. И вот в проповеди Парамахамса Ачарьи, в проповеди чистых вайшнавов не может быть никакой дживахимсы. И вот в проповеди Парамахамса Ачарьи, такого как Шрила Прабхупад Бхактивинода Тхакур, никакой вопрос о дживахимсе не может быть, насилие над живыми существами. Шрила Прабхупад объяснял это. Люди думают, что если кто-то бьет кого-то или какие-то беспокойства, проблемы причиняет, это дживахимса, но Шрила Прабхупад более глубоко объяснял, когда мы понимаем неправильно и извращаем Бхагава-таттву и остальную сиддханту, то это зовется дживахимса. Стремиться к материальной пратиште, каким-то к удобствам, кто-то говорит какими-то красивыми словами, но ложь, чтобы прославиться. Он искажает Бхагава-таттву, но Верховный Господь смотрит на все это. И вот в жизни Парамахамса Ачарьи, чистого гуру вайшнава, в их жизни нет никакой вероятности дживахимсы, поскольку если я не буду говорить об этой абсолютной истине под руководством Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура и Гурварги, то я совершаю дживахимсу. И из-за этого, несомненно, получу наказание от Верховного Господа в этой жизни или в следующей. И вот в поведении чистых гуру вайшнавов не может быть никакой возможности дживахимсы. Ее попросту не может быть там. И также в прошлый раз я объяснил одну шлоку из Шримад-Бхагават Махапураны из первой части о том, что Бхагават-таттва настолько чиста, что если вы одобрите это, даже если вы не понимаете, просто одобрите, то все равно вы
обретете великое благо. И вот говорится, Шрута, если вы слушаете так или иначе, после слушания вы повторяете, медитируете, любите, одобряете, восхищаетесь, принимаете всем сердцем Бхагавад-дхарму, то одобряете проведение Харикатхи, даже на словах, если и сердцем. Бхагавад-таттва Вигьяна, она настолько чиста, что даже если вы просто одобрите, если вы услышите, будете повторять, медитировать на нее, любить всем сердцем, то это очистит человека, который и такой человек обретет благо, даже если весь мир будет против него. Бхагавад-таттва настолько чиста, что не может быть никаких вопросов, страданий. И вот. Чтобы понять это, те, кто дхарма даджи, они дурачат обычных людей, и люди, они обманываются ими. И таким образом в этом проблема. В последний день, в прошлый раз, я говорил, почему есть разница между различными мнениями, почему много мнений возникает в нашем обществе, почему. Это потому, что в Шримад-Бхагаватам Махапуране говорится в 11 части. Из-за различных самскар, те обусловленные души, они находятся под влиянием пракрити материи. И из-за этого парампара так парампара существует, но могут какие-то эти обрывы возникнуть из-за различных самскар людей и прочих факторов. И вот если мы слушаем Шримад-Бхагаватам от различных саду, кто-то понимает так, кто-то иначе, хотя вроде они могут слушать из одного источника, но какое-то другое значение кто-то понимает. И таким образом из-за различия природы человека автоматически различия видимо в различном поведении людей. Кто-то следует принципам, которым следовали прежние ачарьи, и кто-то меняет какие-то свои правила, предписания придумывает. То есть какие-то следуют вот принципам Гуру-варги, а кто-то не следует, новые какие-то создает. Пашанда они называются. И вот таким образом различные мнения возникают, и чтобы получить подлинную парампару, непрерывное течение Бхагавад-таттва Вигьяны, Шрила Прабхупад, он показал нам, что должна быть научная гармония, что
чтобы была мантра парампара и Бхагават парампара. И вот в этом киртане мы находим эту гармонию. И вот там такие слова приводятся. И таким образом можно найти, что мантра парампара и после нее Бхагават парампара, и они находятся в полной гармонии. И так можно найти непрерывное течение Бхагаваттва Вигьяна, иначе какие-то, если бы не было этой гармонии между мантра и Бхагават парампарой, то не было бы такого безупречного потока. И вот Шрила Прабхупад хотел показать уникальный идеализм. Вот вечное ачарьятва и временное, они различаются. Кто-то может на показ что-то действовать, как-то пытаться, но потом, когда он отклонился от пути Гурупадпадмы, например, кто-то был выбрат ачарьи, но выборы, но после таких выборов, может, какое-то время он следовал всем принципам и предписаниям достойно, а потом мог отклониться, то после этого нельзя такого человека получить полное течение Бхагават Парампара. И таким образом, если нарушается эта наставническая преемственность, то мы не сможем получить подлинное знание, как, например, то есть если эта парампара обрывается, то смысл в том, чтобы не было никаких обрывов в нашей гуру парампаре. Махарадж приводит пример с электроэнергией, то есть если электрический ток течет по проводам, если провод вдруг оборвался, то восстановить надо. Если провод был, скажем, медный, то хорошо бы, конечно, медным проводом его восстановить, но алюминий тоже пойдет. А если проводку электрическую пытаться восстановить с помощью непроводящих элементов, то толку не будет. И вот Махарадж говорит, поддерживать какое-то общество и гуру парампару – это разные вещи, нельзя их мешать. Это совершенно разные вещи, поскольку так или иначе мы можем какое-то общество пытаться поддерживать с помощью какого-то наемного управленца, но если мы выбираем ачарью, то в этом случае мы должны быть полностью уверены, поскольку если такое ачарья может какое-то оскорбление совершить и отклониться от пути Гурупадпадмы, то ну, как такую уверенность обрести в ком-то? И вот смотрите, таким образом мы должны думать, что выбранный ачарья, он может действовать как Шрила Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж, так или иначе он был назначен своим Гурудевом, он поддерживал эту ачарьяту, идеализм, и если какой-то обрыв парампары, то в этом большая проблема. И кто не... И вот тот, кто не принимает прибежище у Абсолюта, то как мы можем ожидать, что он может действовать как ачарья? Тот, кто не принимает прибежище у Абсолюта, как можно ожидать, что он может действовать как ачарья, если он не может стать никаким саду, даже человеком хорошим не может стать, что говорить о саду? Люди, хорошие люди, они
об абсолютной истине могут не думать, но какой-то такой временной истине следуют, какие-то моральные принципы у них есть и прочее. Но вот пример с Аджамилом, с Шабари, Яяти, они были просто сердечны, и поэтому... Их сердце было чистое и простое, поэтому так или иначе они получили какие-то возможности, какую-то силу, могущество. И вот Шабари, Аджамил, Яяти, они смогли как-то получить свое благо через какое-то время, но те люди, у которых бесчисленное число всяких недостатков, то есть если какие-то недостатки, даже много недостатков в обусловленной душе, это не так уж плохо, но если есть лицемерие, двуличие, то это гораздо хуже. Шрила Прабхупад говорит, те, кто слабы, дурбол. Можно вспомнить один киртан. Те, кто слабы, те, у кого нет силы, они не могут идти по пути баджана. Наям атма бала хинена лабья. И это бол значит сила. И что за сила? Это читбол, духовная сила. И вот в киртане мы можем найти такие слова. Мы можем обрести читбол, духовную силу от гуру вайшнавов, а не на каком-то рынке. Если у нас нет духовной силы, то как я могу ее дать вам? Читбол – это духовная сила, на рынке не продается, и те, у кого есть какие-то слабости, недостатки, они смогут достичь успеха, если будут находиться в связи с гуру и вайшнавами, они поймут, что они занимались какой-то ерундой, делали все неправильно раньше. Если признают это и предадутся, будут следовать анугатхи, они впоследствии постепенно обретут силу. И если даже много недостатков у них, слабостей каких-то, это не так плохо. И поэтому в киртане говорятся такие слова. Если Гурупад Падма следует какой-то процедуре, через которую может выбрать, кому давать посвящение, кому не давать, кто достоин, кто нет. И вот в этом киртане говорится, если наша Парамахамса Гуру Варга будет судить, кто достоин получать посвящение, кто нет, то в этом случае я не смогу достичь успеха, Гуру Дев не выберет меня. Но они милостивы, их Каруна милость, она очень важна. Гуру Прасада. В Вараха Пуране говорится, что милость Гуру и Вайшнавов – это наивысшая. И вот достаточно давно я говорил в Барампуре, я говорил на эту тему на собрании, что Гуру Прасад, милость Гуру наивысшая. Например, у нас очень хорошая память, можем запомнить все шастры и прочее, можем слышать и запомнить все, но принять, осознать эту харикатху, переварить, как это сделать, как осознание получить услышанные харикатхи,
И вот до тех пор, пока вы не получите должную гуру крипу, вы не сможете это сделать. И вот в этой шлоке говорится, вы обретаете гуру крипу, потом шраван, киртан, все процедуры баджана, вы им должны следовать. Вы должны слушать Харикатху, поскольку Харикатха может защитить вас. Кто защитит вас? Харикатха может защитить вас только она. Чтобы обрести полную защиту, вы должны круглосуточно находиться в соприкосновении с Гуру Вайшнавами, чтобы слушать Харикатху иногда в тонкой форме, иногда прямо, и вы должны следовать таким образом. Я пример из Упанишат могу привести про Сатьякама. Сатьякама, он услышал Брахматтву от Ришабхи. И вот Сатьякам, когда он был отправлен в лес, там он услышал, что о Брахматтве от Риши. И вот он в четырех уровнях он получил Брахматтву. Потом еще кто-то от Агнидева Брахмавидью получил, но все же в Упанишадах можно видеть, он пришел к Ачарье, Ачарья сказал, у тебя уже есть Брахматтва Вигьян. А тот сказал, нет, о Гурудев, я должен слушать от вас заново, я слышал, но должного осознания я не получил. И опять... И вот он опять слушал о Брахмавиде от Гурудева, чтобы получить полное осознание. И таким образом Ачарья Таттва и Гуру Таттва, она очень и очень важна. Это не что-то дешевое, это очень чувствительные вещи. И также вопрос, это вопрос нашего выживания. Иногда мы, услышав все эти вещи, чувствуем себя неудобно, но пытайтесь понять то, что это очень важные, чувствительные вещи. Это вопрос нашего выживания. И вопрос моего выживания, вопрос выживания всей сампрадаи, всех, кто там находится. И если мы не обсуждаем эти вещи научно, должным образом, то кто спасет нас? И таким образом вот, великая проблема может быть в сампрадае. И вот это вопрос нашего выживания, поскольку Шрила Прабхупад говорит, мы должны быть достаточно разумны после того, как мы оставим это тело, то, что мы обретем. Мы должны обрести, обретем ли мы вечную севу в вечном мире. Эти вопросы должны быть решены. Мы не должны спорить на какие-то мелкие темы. И вот мы должны понять то, что мы можем обрести успех после того, как это тело уйдет. Шрила Прабхупад говорит, мы обретем вечное служение в вечном мире или нет. А если нет, то что толку? Мы должны думать снова и снова, после того, как мы оставим свое тело, что мы обретем, какого успеха мы достигли, достигнем ли мы Васту-ситхи или Сваруп-ситхи. И снова мы должны понять Гуру-таттву, Ачарья-таттву, мы должны изучать их снова и снова, и после этого мы поймем. И вот у вас могут быть деньги, какое-то богатство, власть, образование. Вы можете все это использовать, но на пути баджана это не всегда принесет успех. Если гуру крипы нет на вас, то тогда вы не сможете ничего достичь. Я уже говорил много раз, то, что это обязанность Брамы, точнее, это не Брамы, а Брамара. Этих пчел, обязанность пчел собирать мед. Может, у вас есть власть, богатство, но
как вы ни стараетесь, мед из цветов вы не извлечете. Мы должны зависеть в этом случае от пчелы, нет другого пути. И вот те гуру и вайшнавы, они подобны этим медовым пчелам. И Кришна Дас Кавирадж Госвами пишет, эти медовые пчелы, они летают вокруг лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Вся наша Гурварга, она подобна этим медовым пчелам, она витает вокруг лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. И вот они летают вокруг, чтобы обрести мед, и таким образом, если вы примете прибежище у этих, у нашей гурваги, которые подобны медовым пчелам искренне, без лицемерия, то тогда вы, несомненно, достигнете успеха, нет никаких сомнений в этом. И вот, так или иначе, снова и снова Шрила Прабхупад говорит, обусловленные души, они хотят видеть перед собой яркий пример. Обусловленные души не могут взять и начать совершать баджан. Они хотят видеть яркий, живой, сияющий пример перед собой. Если они видят такой пример, такой идеализм, как наша Гурварга Шрила Прабхупад Бхактивинода Тхакур Кешава Госвами Махарадж, как и вот такие люди, если они не лицемеры, то тогда они тоже вдохновляются таким примером и совершают севу, пытаются совершать баджан должным образом, поскольку обусловленные души, они полны анартхи. Во время дикши мы можем избавиться от всех анартх, но это не так просто, поскольку в то время стопроцентное самопредание не полностью происходит во время дикши. Если мы предаемся лотосным стопам Прабхупады или Шрилы Кешава Махараджа или другого садгуру, и вот во время дикши мы можем избавиться от всех анартх. Анартхи, все греховные действия садгуру не может все эти анартхи вас оставить и дать вам дикшу. Это невозможно, это не процедура дикши. Дикша значит, вначале всего вы должны садгуру, он сожжет все ваши последствия, всех грехов, и после этого дикшу вы обретете. Еще есть процедура, если вы не смогли избавиться от всех недостатков, то по мере сатсанги вашей, роста вашей искренности, то в тот день, когда вы сможете полностью предаться лотосным стопам Шрилы Прабхупады или Бхактивинода Тхакура, то вы получите результат. Шрила Прабхупад говорит, обусловленные души, так или иначе, они хотят видеть сияющий пример. Без такого примера они не могут поверить. И вот они хотят увидеть идеализм чистых гуру вайшнавов, и в этом случае они могут попытаться что-то делать, иначе они не могут двигаться по пути, этому пути. И вот Шрила Прабхупад ушел, но все же его вани, его наставление, его учение, его харикатха, все осталось. Шрила Бхактивинода Тхакур также ушел, и вот обусловленные души могут пытаться позаботиться об их наставлениях через достойный источник. И вот Ачарья никогда не может следовать каким-то непонятным процедурам. Они должны следовать точным указаниям нашей Гурварги. А если какое-то нарушение, то
Как иногда можно видеть, что какой-то человек назначен каким-то великим ачарьей, но не справляется совершенно с этой должностью. И вот пример со времени Шрилы Прабхупады, когда Шрила Горкишодас Бабаджи Махарадж оставил свое тело в день Утхана Экадаши, то все сахаджи, они пришли и пытались забрать его святое тело. И также Бимала Прасад Сарасвати пришел туда. Шрила Прабхупад вынужден был прийти и увидел, что они спорят друг с другом, кто заберет тело Горкишодас Бабаджи Махараджа. Поскольку это можно какие-то деньги на этом заработать от паломников, какой-то самадхи построить, храм маленький, вот деньги собирать таким образом, такой пассивный доход. И вот многие так думают. И вот Шрила Прабхупад пришел, когда видит спор, и они не были готовы позволить Шрила Прабхупаде забрать тело Горкишодас Бабаджи Махараджа. И вот полицейские приехали и прочие, чтобы решить эту ситуацию, и вопросы задавать начали. И Шрила Прабхупад громко сказал, что я единственный ученик этого Парамахамса Ачарьи. Кто-то может неправильно понять то, что Шрила Прабхупад настолько горд, что заявляет, что он единственный ученик. Причем во всеуслышание нет, когда Шрила Прабхупад говорит так, что он единственный ученик этого Парамахамса, то это Сиддханта. Но если вы хотите провозгласить сами так, то это ложное эго. Когда Шрила Прабхупад сказал, что я единственный ученик этого Парамахамса Ачарьи, то это не было ложью. А хотя, с другой стороны, не понять его было очень просто. А почему это Сиддханта? Можно изучить все общество и увидеть, что да, действительно, только один Шрила Прабхупад следовал всему идеализму Горкишодас Бабаджи Махараджа полностью. Шрила Прабхупад следовал Горкишодас Бабаджи Махараджа, но если кто-то слеп, они не могут видеть. А Шрила Прабхупад, он по-настоящему следовал ему. И когда Шрила Прабхупад сказал, что И вот когда Шрила Прабхупад заявил, что он единственный ученик, что это не было ложным эго, это было Сиддханта, а мы заняты какими-то дешевыми сентиментами, почему мы деградируем, какова причина, а единственная причина, что мы заняты какими-то дешевыми вещами. Кто-то думает, что вот один великий ачарья, великий ачарья выбрал какого-то человека быть ачарьей. И вот однажды мой Гурудева спросил вот вопрос у одного великого ачарьи, почему вы выбрали такого человека своим преемником, хотя мы знаем, что он падшая душа, недостойный человек, но тот ответил, что же делать, кого же назначить, я не вижу, кого я бы мог сделать ачарьи. И таким образом вынужден был выбрать одного менеджера, управленца. И поэтому Шрила Прабхупад также выбрал одного управленца, который мог бы управлять обществом. Я уже говорил о том, что сказал Шрила Прабхупад, если ачарья самопроявлен, у него есть качество ачарьи, он автоматически проявится после моего ухода. И также, если я буду следовать этой процедуре, если я уже провозгласил, что выбор ачарьи невозможно, иногда возможно, но когда ачарьи можно видеть, что полный идеализм явился уже в ком-то на абсолютном уровне, это иногда возможно.
когда ученик полностью без остатка следует Гуру Падпадме, но это очень и очень редко. Но когда такой ученик следует идеализму, принципам Сиддханте, всему этикету и прочему, то мы можем видеть, как все это отражается в жизни этого ачарья. И таким образом это иногда возможно, но очень редко. Я уже говорил, как вот Рамануджа Ачарья, например, Шьямананда Прабху из Харидой Чайтанья Гори Дас. И таким образом, я не говорю, что парампара невозможна, а просто Шрила Прабхупад хотел утвердить такую сиддханту, чтобы у нас не было возможности злоупотреблять ею. И поэтому Шрила Прабхупад сказал, что это невозможно выбрать ачарью. Ачарья, он самопроявляется, и действительно, даже перед Гуру Падпадмой, если один ученик, он совершает служение непрерывно. И согласно Бхагаватам, я произнес эту шлоку, то Гуру Падпадма осознает, что вся сила, она явилась в этом моем ученике. Как от Мадхавенда Пурипад, Ишвар Пурипад получил всю силу, но Рамачандра Пури, он был отвергнут Мадхавенда Пури. И таким образом, когда Гуру Падма в своей жизни может найти вот, что какое-то идеальное служение совершено каким-то учеником, то в этом случае, согласно Сиддханте Бхагаватам, я имею в виду перед Снигда Шиши, Гуру Падма ничего не скрывает. Он не может не открыть ему никаких секретов Бхаджана. И таким образом Атмашат, то есть их душа, сердце, они будут в абсолютной гармонии. Not that not possible 100%, but the Siddhanta is there. In his lifetime, he can find that inside disciple Acharya. И вот если какой-то подлинный гуру увидит, что внутри его ученика эта ачарьятва, она полностью проявлена, проявилась. И вот если какой-то садгуру увидит, что полный идеализм, полная ачарьятва, она явилась в сердце какого-то ученика, то в этом случае нет проблем никаких. Если Гурудев, он выберет такого ученика, но он самопроявленный будет, и поэтому нет никаких отклонений от Сиддханты. И также Шрила Прабхупад объяснял эту шлоку таким образом. Снигда Шиша значит подлинный, настоящий ученик. Но вот слово Срубер на английском, которое слово Снигда гораздо более глубокое значение имеет. Снигда Шиша, тот, кто находится в полной гармонии с Гуру Падмой, нет даже ни малейшего отклонения. И вот таким образом Гуру Падпадма, он открывает свое сердце, секреты Бхаджана такому подлинному ученику Снигда Шиши. Он может получить всю Сиддханту Гурудева, весь Ачарон и все полностью. И в этом случае это возможно, и это не будет против Шрилы Прабхупады. И вот Шрила Прабхупад, он думал, если я выберу какого-то ачарью, то все будут следовать этой пути. И вот ритвическая процедура и вечная ачарьятва, они отличаются. Сахаджи, они следуют этому перед смертью, выбирают какого-то ачарью, вынуждены выбрать, иначе кто будет поддерживать это хозяйство все.
Но смотрите, ачарья и управленец — это совершенно разные вещи. Я приведу пример, благодаря которому вы поймете. И вот из Айодхи там был два этих, два храма были, большой и маленький. И вот в одном храме Ачарье было за 90, и вот он решил, и вот он решил сделать Ачарье ученика какого-то, который хорошо знал шастры, и вот внутри сердца подлинного Ачарья мы не можем найти никаких ошибок и недостатков. Если какая-то сиддханта неправильная, например, то есть Махараш говорит, что кто-то может цитировать Бхагаватам, говорить Харикатху, но если он в какой-то сиддханте ошибается, то это признак того, что он не вечный ачарья. Вечный ачарья, подлинный ачарья никогда не может заблуждаться в сиддханте. Кто-то только с помощью своей учености говорит. Но опять же, такой человек, он несовершенен, может ошибиться в чем-то, но подлинного ачарьи такого не может быть. А если ачарья совершает ошибку, то это признак того, что он не ачарья. И вот Махарадж рассказывает в Айодхе, один пожилой Махарадж из Рамананда Сампрадая, не наш Сампрадая, а Рамананди Сампрадая. И вот он решил сделать ачарьи какого-то достойного человека. Ну, не совсем достойный бы, но лучше остальных. И вот он собрался назначить его ачарьи, уже определили день, когда это будет, время уже. И вот время подошло уже, и вот текущий наш ачарья позвал того человека, послали посланника за ним, чтобы он пришел, что время кончилось, вот церемония утверждения тебя ачарьи начинается, и вот отправили одного посланника, тот сказал, что тот готовится. Через 15 минут опять послали. Скажи, что побыстрее шел, время уже нету. Опять он готовится, потом полчаса прошло, опять послали кого-то за ним. И вот попросили еще побыстрее прийти. И тот сказал, тот все еще готовится. И тот ачарья, который хотел его назначить, разгневался. И сказал, идите в Гошалу, там вот есть мальчик Браман, приведите его, я сделаю его ачарьей. И вот после этого этот мальчика привели, ему лет 15 было, и вот его назначили ачарьей. И таким образом, смотрите, ачарья, выбор ачарьи — очень сложная задача, практически невозможная, как кого же и как выбрать. И вот таким образом мы находим, что в этом проблема ачарья, он полон милости, и нет никаких признаков дживахимсы на нем, не может быть никакой дживахимсы. И вот мы должны понять эту гуру-татву, мы должны понять эту бхагава-татву вигьян, мы должны понять ачарья-татву, гуру-татву. И тогда мы сможем избежать всех проблем. Иначе это невозможно. И вот вначале всего мы должны открыть наши глаза. Мы слепы, а мы должны открыть наши глаза, чтобы понять гуру татву, чтобы видеть достойным образом, что есть что. Что такое гуру-татва, что такое ачарья-татва, мы должны понять. Но из-за того, что мы слепы, мы не можем видеть это.
так много проблем, споров на эту тему в жизни Шрилы Прабхупады, какую ачарьятву он явил, какой идеализм. И Шрила Бхактивинода Тхакур снова и снова просит нас, о люди, с Китая, по 14 мирам, а вообще вы не спешите принять гуру и какого-то ачарья, не спешите, ждите и смотрите. Если вы достаточно искренни, то автоматически божественная помощь придет к вам. А если вы слишком заняты выбором, чтобы получить посвящение у того или иного гуру, то не спешите, ждите. Это очень важный шаг, очень важное решение в вашей жизни. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: «О, люди, не спешите с выбором ачарьи, скитаясь по различным местам, странам. Если мы благодаря своей удаче получим даршан чистого саду, и то после того, получив даршан чистого саду, поймем мы, что это настоящий саду или нет, но если мы неправильное решение примем». И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: лучше ждите и смотрите, если в этой жизни вы не обретете подлинного гуру, который может спасти вас. И вот Наротам Тхакур говорит в киртанах, Бхактивинода Тхакур также говорит в киртанах, все шастры там, но мы слепы, что мы не можем понять этого. Мы не, все есть в шастрах. Наротам Тхакур уже сказал, что перед чистым саду, если мы придем, то мы очистим себя, поскольку Верховный Господь всегда в сердце преданных, в сердце того саду ачарьи. И поэтому много раз я говорил на эту тему. И вот Юдишир Махарадж говорит Видуре, он ачарья. Его поведение, его ачар, он говорит о том, что он ачарья. И вот перед Видурой Махараджем Юдишир Махарадж говорит, что ты путешествуешь здесь и там, чтобы очистить обусловленных душ. Верховный Господь, он внутри твоего сердца, ты сам подобен великому месту паломничества, чистый саду. И поэтому Наротам Тхакур много раз говорил такие слова вот в киртанах. Просто воспевая киртаны, можно обрести Верховного Господа. Я обещаю вам, сидя на Вьясасане, но кто говорит о них, кто поет, кто слушает. Если вообще есть садгуру, но кто примет эту силу, кто примет этот татва-вигьян? И вот Наротам Тхакур говорит. Тиртха-ятра, если мы хотим посетить все святые места, то это достаточно глупо, поскольку если мы обретем полное от вашего гуру, если вы получите полное, то нет нужды куда-то ходить. Вы можете вспомнить, много раз я говорил, Шрила Прабхупад говорил, то великое общение, которое я получил от моего гуру Пад Падмы, я никогда не чувствовал никакой необходимости получать какое-то другое общение. Мой гуру Пад Падма дал мне такое великое общение, но, к сожалению, в вашей жизни я не вижу такое. Если вы получите подлинную сиддханту, все настоящее от одного источника, но все равно вы куда-то ездите, поскольку вы беспокойные. Если мы получим нечто подлинное, настоящее, то зачем мы должны здесь и там ездить? Иногда мы в процессе таких поездок можем что-то не понять правильно, и
это оскорблением является, и Нарутам Такур говорит, мы путешествуем здесь и там. Гуру Чаран – это полная… Стопы Шри Гуру – это полная тиртха, полное святое место. Во всей Брахманде может быть столько мест паломничества, но лотосные стопы Шри Гуру – это выше всего этого. Нам не нужно никуда ехать, мы обретем успех. И все остальное от… Уступ такого садгуру Юдхиштхир Махарадж говорит, что внутри сердца Видуры. И вот Верховный Господь находится в сердце Видуры, и Юдхиштхир Махарадж говорит, что Верховный Господь внутри твоего сердца, и когда ты путешествуешь здесь и там, ты очищаешь все тирхи. Что мы будем делать? Твои лотосные стопы — это наивысший, наилучший из тирх. А как это понять? Мы беспокойны, поэтому мы здесь и там мы метаемся. И вот Шрила Бхактивинода Такур говорит, посетив множество стран, множество деревень и городов, если мы очень удачливы, то тогда мы можем обрести саду или не можем. И таким образом, обретя саду, как мы можем увидеть саду, мы можем использовать свой ум, свои органы чувств, чтобы проверить саду. Много вопросов приходит ко мне. И это тот же самый вопрос, как осознать, кто подлинный, а кто нет. Мы находимся в замешательстве, как понять, кто подлинный, а кто нет. И в этом главный вопрос. А если наши запросы сердца к садгуру подлинные, если я хочу обрести садгуру, если я хочу совершать баджан, то это обязанность Баладева проявить гуру-татву перед вами в форме какого-то садгуру. Я могу найти Баладев, приходит к нам или к вам. Это небольшая программа, проблема, садгуру может прийти к нам. И вот в начале всего я должен стать искренен, иначе мы не сможем понять. Я говорю так много татвы. Если сможем понять, как осознать, кто подлинный, а кто нет, вы автоматически сможете понять. Те, кто слушает Харикатху последнее время, они говорят, долгое время, имеется в виду последние годы, о, Махарадж, если сейчас мы посмотрим на кого-то, то мы можем автоматически понять, что кто подлинный, кто искренний. И вот те, кто слушает Харикатху всем сердцем, подлинную Харикатху, Шабда Брахму, то автоматически они обретают силу, они понимают, кто подлинный, а кто нет. И никаких вопросов, спора не возникает. Шрила Прабхупад говорит, о, великие души, встретиться с чистым саду очень-очень редко. Это вопрос нашей великой удачи. И Шрила Бхактивинода Такур говорит, сатсанга значит, какие-то обычные люди думают, сатсанга — это дать что-то саду, дадати патигрихнати. И вот в Упанишамрите эти шлоки есть, что есть шесть видов общения. Давайте принимать дары,
говорить и вопрошать о сокровенном. И вот и Бхактивинода Тхакур говорит, что главное садусанга, мы опубликуем вскоре эти цитаты Шрилы Бхактивинода Тхакура, его статьи очень скоро опубликуем, вы можете изучать это и поймете все. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, люди думают, что они могут пригласить саду, дать какого-то просада ему, и это в этом саду санга. Но Бхактивинода Тхакур говорит, слушать харикатху от чистых саду гуру вайшнавов и не только слушать, но и применять в своей жизни. Какие-то люди есть, они только слушают, но и вот они слушают, но принципы своей жизни не применяют. Почему они чистые гуру вайшнавы? А потому что они все принципы, всю харикатху, которую услышали, они применяют и следуют в своей жизни. Они такие практикующие ачари. И вот мы должны следовать всему, не только слушать харикатху, но еще и слушать. А просто услышав и забыть, это неправильно. Если вы можете осознать, принять, переварить харикатху и воплотить, применить свои собственные жизни, то тогда это очень хорошо. А если мы не можем свои жизни применить, то в этом проблема. И вот те, кто не следует всем принципам Бхагавататвы Вигьяны в своей жизни, то это бесполезно. Поскольку Бхагават Бхакти если какое-то мертвое тело красивой женщины украшено различными украшениями, то что толку? Так много орнаментов на украшений на мертвом теле, что толку? И поэтому из шастры мы знаем, что Бхагават Бхакти – это главное украшение в сердце. А в Рамаяне говорится, Бхакти – это главное украшение каждого сердца. Minister can take oath in Vidhan Sabha, Rajya Sabha there. After that, he is not going to follow anything. You know, Sapat Gurum, resolution, they are going to take. They are not going to follow any principle. Махарадж вот приводит пример с политиками, которые на выборах обещают что-то сделать, тому всему следовать, а когда их выбирают, ничего не делают из обещанного. Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что даже те, кто... И вот Кешава Госвами Махарадж говорит, даже те, кто проявляют себя в качестве отца и матери, то они должны сначала изучить, как стать хорошим отцом или матерью. Они должны знать, каким образом быть идеальным отцом или идеальным матерью. Тогда можно надеяться получить идеальных детей в своей жизни. А если у вас есть нет такого, то что делать? И вот вопрос из Бразилии. Пришел какой-то учитель в школе, говорит, что Is big principal or master? The student and going to send question.
As if he is having no idea about what is good, what is pious, what is, you know, bhachu, wise, everything, no conception. He is coming from hell. He is not Acharya. He is not Acharya. He is not actually... Ну, в общем, этот учитель сказал, что нет, нету смысла следовать чему-то хорошему или плохому, добродетели какой-то или еще чему-то. Ну, у нас в санскрите этот ачарья значит гуру, учитель, но на Западе нету такого представления, там просто какие-то есть учителя, там профессора, но они не имеют такой огромной важности, как вот в ведической культуре. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что мы о том, что мы должны, если хотим стать идеальными родителями, то должны учиться этому. Но ачарью невозможно научить кого-то быть ачарью, поскольку он самопроявлен. И вот если я не следую всем принципам, о которых говорил в своей собственной жизни, если я не применяю их в своей жизни, что толку от моих лекций? И вот Ачарья Ван Пуруша Веда – это не вопрос споров. Пытайтесь понять, в Ведах говорится, если вы, у вас нету совершенного ачарьи в своей жизни, то вероятность того, что вы будете совершать должный паджан, очень мала. Ачарья Ван – тот, кто становится идеальным ачарьем. Ачарьи – тот, кто уже стал ачарьей, тот, кто может спасти нас из ада, кто очень могуществен. И вот Ачарья Ван Пуруша Ведаха, тот, кто может осознать, обрести вечное, осознать Верховного Господа и обрести вечное служение Ему, Ачарья Ван Пуруша Веда. И если мы не обретаем такого совершенного Ачарью в нашей жизни, если вы не искренне, или если вы не искренне, это два условия должно быть. То есть вы должны достаточно искренне, и ачарья подлинный должен быть. А если вы по-настоящему искренне, то вы, несомненно, обретете совершенного ачарью, нет сомнений в этом. И вот говорится, если вы украшаете тело, как мертвой женщины, то толку нет от этого. Может, это мертвая женщина из высокой брахманской семьи, но сейчас ее тело мертво, что толку от этого? И может, эта женщина знала много шастра. Но без бхакти это все бесполезно, не предавшись лотосным стопам садгуру, не достигнув бхакти, все бесполезно. Сейчас мы очень глупы, что мы стремимся к какому-то внешнему лоску и не можем видеть подлинное татва вигьян. Я уже сказал, ачарья вакья, если какое-то ачарья, пытайтесь понять, не спрашивайте пока. Пытайтесь понять, например, какой-то ачарья написал много книг, но иногда бывает, что вся сиддханта неправильная там, поскольку вот есть вот эти недостатки у обусловленных душ, они есть, но не у подлинных ачарий. И если ачарья был бы подлинный, то невозможно
если бы он достиг совершенства, то он не мог бы писать какие-то неправильные вещи в своих книгах. И вот, если кто-то не утвердился в татва-вигьяне, у кого-то нет бхакти, то что он может проповедовать, что он может, Гуру Махарадж может дать нам через посвящение, это бхакти. И вот, смотрите, если нет бхакти, то это украшение, мы заняты какими-то внешними вещами. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что текущие ачарьи, они очень нетерпеливы, они заняты пратиштхой тем и тем. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит об этом, я завтра буду говорить об этом, пытайтесь понять и осознать, не спорьте. И вот, вы знаете, это только украшение. Но суть в чем? В чем суть? Кто-то идет на какой-то праздник, но какое благо он обретает от посещения? Согласно Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупад говорит, если есть подлинный праздник, они все правила соблюдают относительно готовки, харикатхи, поддержания всего внешне, то есть могут соблюдать какие-то принципы, но духовная суть всего мероприятия, то есть иногда они забывают. А сейчас, к сожалению, удовлетворение чувств – главная цель. Кто-то стремится к удовлетворению обычных людей. Я много раз говорил, Шрила Кешава Госвами Махарадж говорил, это наша хроническая болезнь, плохая привычка. Мы привыкли слушать о какой-то ложной пратиште. Мы заняты какой-то ложной пратиштхой. Люди могут джаякару совершать, мало предлагать, но это моя просьба. Пытайтесь развить самопредание, и тогда вы поймете, что я хочу сказать. Ачарья может написать много книг. А если кто-то, какой-то так называемый ачарья, пишет много книг, а там много сиддханта вирод, то есть отклонений от сиддханты, то согласно Шриле Прабхупаде, такой человек никакой не ачарья. Конечно, в материальном плане он может основать много храмов, много учеников набрать, но он не может быть вечным ачарьей, если он так сильно ошибается в сиддханте, говорит о том, что никогда не говорил Рупа Санатана, Джива Госвами, Рагунат, Дас Госвами. И Шрила Бхактивинода, и Шрила Прабхупад, они никогда не говорили об этом. И вот это Брахма Пралипса и Каранана, вот эти четыре недостатка, которые есть в обусловленных душах, но мы их никогда не можем ожидать найти в подлинном ачарье. Any functions, anything you are going to do, Bhaktivinoda writing in commentary, tomorrow I can discuss. What is the net outcome? What is the net outcome you are going to get? И вот Бхактивинода Тхакур говорит, что мы должны думать о том, какое благо мы обретаем, какое духовное благо обретаем от проведения того или иного праздника или того или иного действия. Если мы не задумываемся об этом, то жизнь за жизнью должны так скитаться, как слепцы. Я с различных точек зрения рассказываю, объясняю.
И по каким-то таким признакам можно увидеть, что какой-то ачарья, он не подлинный. И если вы такого человека, от такой обусловленной души получили посвящение, случайно или специально, и в шастрах говорится, если вы получили посвящение от Асадгуру, кто не является Садгуру, то вы опять должны принять посвящение, но у подлинного Парамахамса Садгуру, иначе вы не достигнете успеха в своей жизни. И также говорится, если, может, ваш гуру Мадхьяма Адхикари, но не совершает никаких ошибок, следует всему, но уровень осознания его не столь высок, но что-то делает, пытается, но не отклоняется от ни от чего, то в этом случае, если этот гурудев ушел или еще живой, то вы можете получить разрешение от такого гурудева, чтобы пойти слушать харикатху от более возвышенного саду, который... И вот если кто-то разрешит, то можно идти и слушать. Но еще один признак, что тот саду, от которого вы собираетесь слушать харикатху, он становится вашим шикша-гуру. Но если ваш гуру Падпадма не Парамахамса, какого-то высшего уровня Мадхьяма Адхикари, то тогда вы можете... Вам не нужно оставлять такого гуру, если его характер хороший, он не возмущается, но просто недостаточно возвышен, то в этом случае с разрешения вашего дикша-гуру можете получить разрешение для общения с шикша-гуру. Но главное, что вы должны решить, если вы принимаете помощь шикша-гуру, то тогда это не должно нарушать ваши главные гурусевы. Я говорил уже о Сиддханте Дживы Госвами Пада. Это не должно нарушать ваши гурусевы, главные гурусевы. И будьте осторожны, что если вы примете его как садгуру или шикша-гуру, если он не... То есть он должен благосклонно, уважительно относиться к вашему гуру-деву. Если иногда так случается, что ваш гуру-дев очень высокого уровня, на уровне Парамахамса находится, как Горгешудас Бабаджи Махарадж. И в этом случае в вашей жизни может какой-то конфуз возникнуть, и тогда вы можете получить разрешение от него слушать харикатху от шикша-гуру, и таким образом гуру-татва, она уникальная татва, и в этом случае, если этот шикша-гуру, у него нет неприязни к вашему гуру-деву и не нарушает ваши главные гуру-севы, если он дает урок, как любить и уважать дикша-гуру, тот, кто не занимается никакой политикой, а показывает, как вы должны уважать вашего гуру-падпадму, и показывает, как вам совершать гуру-севу. То в этом случае мы можем принять его. Это главный признак. Но кто же говорит об этом? Джива Госвами Пад говорит, в начале всего вы должны думать о том, чтобы ваш шикша-гуру не мешал вашей главной севе, вашему дикша-гуру. То есть шикша-гуру должен увеличивать вашу веру в дикша-гуру. И вот, согласно вашим прежним самскарам, согласно вашей искренности, вы можете получить
гуру и Шрила Бхактивинода Тхакур говорит то, что все ачарьи сейчас, они теряют свое терпение. Какое-то беспокойство они испытывают. И мы должны помнить предыдущую тему, то, что Пратиштха — это последний вызов Майи. Мы можем избавиться от влияния всех вещей, но Пратиштха, она очень опасна, очень привлекательна. Пратиштха, она настолько опасна, что даже после смерти кто-то может поклоняться мне, джайдхвани возносить. Пратиштха, она настолько опасна, что даже после того, как мы оставляем свое тело, мы надеемся, что кто-то будет уважать нас. И это ожидание этого, это Пратиштха, она очень опасна. Что, смотрите, люди даже умирая, они надеются, что кто-то будет помнить их, поклоняться им. И вот мы должны понять, есть ли у нас желание Пратиштхи или нет. Если мы искренне думаете, смотрите на все симптомы, о которых я говорю, как аюрведический доктор, вы должны, и тогда вы поймете, что, кто есть кто. И вот согласно Рупе Госвами Паду, и я не говорю о каких-то, то есть у подлинного садгуру не должно быть никаких отклонений от предыдущей гурварги в его учении. Конечно, может быть какие-то физические недостатки у гуру, но это не значит, что они не садгуру. И вот на сегодня конец, завтра я продолжу. Ачарджа дхармам паричарджа вишну вичарджа тирхани вичарджа ведану бина бина нагаура пия пада севам ведади дуспаппа падам виданти виспай прабадан сарасвати пат. You know, what is ачарджа дхармам паричарджа вишну вичарджа Бичарджа тиртхани бичарджа ведану бинана гаура прия пада севам бедади дуспаппа падам виданти. Кипая хари киртана мурти дхарам тарани варахарака гаура джанам джанакадика васала сингда падам пранамами садапа бхупаду падам пранамами садапа бхупаду падам пранамами сада прабхупаду падам ванчакалпатурвасхи кипасинду бхавача патитанам павана бхавашнабхьо намо намо.